Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Shadow Fight 2 История Сенсея. У нас остался один телохранитель и будет Сёгун. Это во-первых. Во-вторых, что мы можем еще здесь сделать? Так, сыграть без блоков поражения при выходе за ринг. Угу. Так, здесь у нас сложно. Противник регенерирует в указанной области. Ну, поехали, фиг с ним. Нам, как говорится, уже нечего пугаться. Ага, и это белка. И это белочка у нас. Ну, давай попробуем с ней справиться. Тихо, родная. Ага. Изи. Просто проще простого. Так, раунд 2. У меня-то копишка будет покруче. Она до сих пор со своим этим бегает. Магарьери. Ну все, 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 радость, успокойся. Давай бросок попробуй. Ага, не хочет. На. И все, друзья. Как-то очень быстро я ее расклепал здесь. Несмотря на то, что уровень был сложно. И 1,5 миллиона к нам в копилочку, да? Прилетело. Ну что, следующий у нас идет с вами безумное. И давай-ка почитаем. Уменьшенный размер локации. В этом бою границы локаций расположены гораздо ближе друг к другу, чем обычно. Слушай, ну мне-то хорошо, потому что у меня копье, а вот цыганочки, наверное, здесь не поздоровится. Хотя кто знает, насколько эти границы уменьшены. Так, ну что, радость моя, давай станцуем гопачка. Так, ага, конечно. Не тут-то было, радость моя. Стопы. Стопы, я тебе сказал. Смотри, что вытворяет, а? Цыганка, о, воу. Да, ребята, если она попадает своими молоточками, мало нам не кажется. Так, я брутал, брутальный парень. С копьем Посейдона, ё-моё. На. Тихо. Нет, не в этот раз, роднулька, не в этот раз. Я все, конечно, куда? Уже хотел, ребят, что там бросить. Ну-ка, давай-ка метеоритом ее. Да. Этот метеорит куда угодно упадет, только не во врага. Все? Успокоилась? Так. Да ну хорош, роднули. Слушай, ребят, по-моему, баловать тут уже хватит. Всякие прыжки, выпендрежи. Просто вот так вот и все. А то неровен час еще завалит. Ну что же, лям 700. Слушай, неплохие у нас с тобой суммы получается. Сколько нам до уровня еще? О, как до Китая рака. Понимаешь? Турнир. Я могу здесь еще заработать лям 700. Сюда. Оу, дикарь. Слушай, нифига, это что-то новенькое. Но молот мне нравится, зачетный. Дикарь. Ё-просоте, ты помнишь, этот молот продался в магазине в свое время? По скидосу. Ну, что я тебе могу сказать, дикарь, он и в Африке дикарь. Неотесанная деревенщина, так что подохнет от меня, вот и все, ребята. Выглядит, конечно, устрашающе. Ну, а по делу пустышка. Не-не-не-не, парень, такие фокусы уже вряд ли прокатят. Это мы проходили еще в начальной школе, когда еще не был даже первого дана. Не катит. Братюн, не катит твои вот эти вот фокусы. Он даже сюриком не мог по мне попасть. Ёлки. О чем это говорит, друзья мои? О том, что он все, трупец. Да, я ожидал, честно говоря, большего. Ну, что поделаешь. Судьба у него такая, получать от меня звездюли. Ну что, поехали еще. Тут как раз лям 800 разыгрывают. Оу. Самум. Кстати, ножички что-то мне знакомо у него в руке. По-моему, у меня такие же были. Буквально до этого копьишка. Ну да-да-да, именно они. Ножички эти довольно серьезные, ребята. Особенно, когда в ближнем бою. Так что баловать не стоит с этим самумом. Ага, погнали. Нет, братюнь, ты слишком медлительный. Так, тихо. Ай-яй-яй-яй-яй, как было некрасиво. А что случилось?
Кровотечение, что ли, на него повесил? Или что случилось? Почему он отдуплился? Прыгать любишь, да, парень? А вот так вот не хочешь полетать? Поехали. Ах ты, гаденыш. Ну тогда получи. Да, урон смешной, если честно. Что от магии, что от наших чакр. Пока только лишь копье рулит. Вот и все. Ать, не дал, гаденыш, мне, да, ударить? Слушай-ка, что-то он тут, на-ка, затеял недоброе. Все, ребята, он отдыхает. Пока, самум, мы будем по тебе скучать, всем нашим коллективом. Так, ну что ж, давай тогда глянем. О, безумка. Почти, ребят, почти 2 миллиона. И опять вор с катанами. Пора ему голову отвернуть и выкинуть ее, да? На помойку. Поехали. Катары, да, это такая штука еще, ребят, что... Нет, 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 нифига, он хитрозадый подошел ко мне вплотную и уже что там хотел. Тут я уже начинаю тупить. Воу-воу-воу-воу-воу, ребята, вот это вот называется тупик. Папин топорок называется, вот, чтобы быть правильным. Все, кранты, да? Угу. Ну, сопляжой, вот это ты напросился, ты... Ты просто не понимаешь, что тебя ожидает в будущем. Просто не понимаешь. Ты думаешь, если я первый раунд, так сказать, поддался тебе, то все, можно теперь... Ага, да-да, конечно. Помнишь бросок в первом раунде? Это тебе ответка. Так, подожди, 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 подожди. Не то делаешь ты. Так, давай. Ага, решил на подсечках отыграться. Ладно, предположим. Встречное предложение. Ну и добивку, наверное. Ах, так вот, тогда погнали. На. Пес шелудивый. Ну, ребят, ну а что я с ним должен был тут сюсюкаться, что ли? Конечно же нет. Он получил, что заслужил. Единственное, что может его спасти, это, как всегда... Нет, не это. А именно... Именно магия. Магия, да. Именно уличная магия, которую он любит применять. Она может, да, мне нанести урон. Существенный причем. А все вот это вот остальное, что он сейчас делает, ну, это детский лепет. Просто... Вот-вот он заряжает. И добивает. Нет. Друзья мои, мне просто повезло. Во-первых, то, что у меня осталось хоть немножко здоровья. Во-вторых, то, что... Ну, комбинация прошла, согласись. И то, что над головой практически там... Пару сантиметров пролетел его кунай. Так, тут уже невозможно идет. 12 лямов я накопил финансов. И чуть-чуть не хватает для того, чтобы получить 36 уровень. Вот так вот. Так, а нам нужно, ребята, что-то делать, чтобы дальше идти на телохранителя Сёгуна. Уровень у меня 35, соответственно. А, у меня еще и трезубец не улучшен, оказывается. Вот оно что. А броня? И броня? Так, погоди-ка, броня. 36 уровень скоро, да? Так что давай, наверное, мы с тобой просто шлем. А, шлем по фулке. Хм. Ну, тогда... Тогда возьмем... Блин, вот это, конечно, красиво смотрится, да? Нет, вот это вот. Ну, мы с тобой возьмем крылья дракона. Возьмем. И улучшим их. Вот таким вот образом. Также заточим нашу магию. Все. Я думаю, что сейчас вполне сможем справиться. Нет. А в чем подвох? В чем подвох? Неужели нужно покупать броню, а? Нет, шлем, скорее всего. Скорее всего, шлем. 30... Нет, все-таки броню. Да, броню, ребята. Но у меня уже не хватает финансов. Ха. Так, мы с тобой всех боссов забили здесь уже или нет? Ага, вдова. Вдова, ребята, с веерами. Ну что, пойдем? Попробуем пощекотать свои нервишки.
Саями я ее бомбил в прошлый раз, но там был уровень сложности, сам понимаешь, какой изи. Как здесь нам все это выльется, я даже ума не приложу. Наверное, все очень плохо. Так, ну, ребят. Да ладно, хорош, вдовушка. Поехали. Мне, в принципе, нравится, что она идет ко мне на уступки. Вот это, конечно, бесит. Поехали. Ну-ка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, тут, конечно, лопушка поддал. Да хорош, родная моя, ну. Все. Может, успокоишься уже, а? Стерва. Так, погнали. Комбо, 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 пропиши ей. Отлично, поехали. Ну что, друзья мои, первый раунд за мной. Но ты сам понимаешь, да, в первом раунде она ничего не делает. Она просто изображает из себя жертву. Сейчас начнется мясо. Так, она хотела у нас, как вулкан, да, портануться. Поехали. Да что? Что за проблема-то, ё-моё? Оу-оу-оу-оу-оу. Удар мегалита только что. Нет, это не мегалит, мегалит по земле пускает лед, а это совсем другое. Блин, я хотел устроить ей вспышку. Ну ты как видишь, ничего не получается. Да чтоб тебя. Давай вставай уже. Вставайте, сказал. Ну, лежать. Ну, боюсь я вот этой вот заклинахи, которую она может применить. Будем честны. Потому что заклинание, ну, действительно наносит очень много урона. Так. И все здоровье себе восстановило. Просто с удара, с удара одного, ребят. Ну, что это такое, а? Ну, как вот с ней драться можно? Хорош тебе. Ну да, конечно, ага. Тихо ты, я тебе сказал, а? Блин, она попадает. И уничтожает меня. Копье хорошо, но не такой шустрый, как хотелось бы. И нужно попадать именно по ней, понимаешь? Ну вот это я хотел метеоритик сделать. Я его в принципе сделал, но если бы он еще попадал бы куда надо. Вблизи лучше, мне кажется, от нее защищаться именно ногами. Копье, ну, вообще как-то не вариант. Так, уходит. Вот видишь, когда начинаешь... Все, тут все понятно, ребята. Попала заклинахой. И считай ты какаха. Просто. Заново, конечно, заново. Если сейчас не получится, а я надеюсь, что получится, да, то я не знаю, что делать. Просто в таком, в небольшом растерянии, так скажем. Блин, как начнет комбинаху делать, а? Хоть стой, хоть падай. Да-да-да, правильно, ты там свою задницу отклячила. Давай, вставай. Поехали. Так, так. Вот полностью, когда комбинация проходит, вообще идеальненько, ребята, все. А вот когда она начинает промахиваться, тут уж просто становимся не... Оу. Ну, разве это честно? Причем, заметь, то она бросает ледяную глыбу, да, то электричество. Вот как это можно понять? Что это за фигня? Что у нее за разносолая магия? Давай. Конечно же, кувырок. Ага. Все. Поехали. Блин. Да ладно, блин. Серьезно. Едем дальше. Кунай. Так, я уже боюсь, что она в любую секунду свою заклинаху там применит. Я ведь попал? Я. Давай, вставай, чувырла.
И вот достаточно ей было один раз попасть, и все, хп себе она восстановила практически, ребят. Понимаешь, вот так вот, на изи. Давай, 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 ее бей. Так, давай, раз с этой стороны она... Как вот это вот может быть, друзья мои, ну как? Дурацкое, дебильное копье, я тебе серьезно говорю. Блин, я сейчас, наверное, психану, я возьму свои эти финки. А что мне финки дадут? Да финки мне ничего не дадут, если честно. Тут знаешь, что надо делать? Тут надо подходить, мне кажется, чуть-чуть поближе после каждого удара, если мы хотим с тобой нормально по ней попадать. Вот видишь? Поехали. Почему? Вот почему сейчас вот... Другие бойцы, когда стоят именно на моем уровне, они не могут попадать, да, кунаями там сами. А эта стерва даже у куная имеет вампирика. Ты не оборзела ли, стервоза, а? Че, конец мне, да, наверное, походу дела будет сейчас. Ну все, хп восстановила, это опять же, ребят, бесполезно с ней драться. И достала она вот этими своими плешивыми перекатами. Просто заколебала. Давай. Ты успокоишься, блин, а? Офигеть. Как бабочка мотыляет, даже не попасть по ней. Нет, копье это не для меня, ребята. Это, точнее, не то, что не для меня. Это не для нее. Копье это не для нее. Тут надо что-то посущественнее брать. Ой, зачем я нажал заново? Хотел же взять эти. Помнишь, у нас с тобой до копья были мечи. Ну, даже не мечи, а ножи. Я хотел ножами попробовать ее накумарить. Фига ты. Кусок говна, ты что делаешь? А? Да я смотрю, вообще потерял совесть, или как там? Какая совесть? Какая? Она потеряла нюх. Понимаешь? Просто потеряла нюх. Нет, не в этот раз. Как так, блин? Успел. Боги ко мне сегодня были благосклонны, я смотрю. На тебе, шаболда. И еще разок. Не надо, не надо так делать. Твою писюндру. Бесит меня вот это вот. Против медлительных оно хорошо. Вот это вот длинная комбинация, да? Но здесь, ну это вообще, ну не варик, ребят. Хорош. Хорош. Девчуля. Так. Ну. Поганка-то, а. Ну ведь, блин, почему я не могу ее бомбануть? Она по мне ударяет. Ну что за фигня, блин? Два раза в воздухе. Давай... Да понятно все. Ага. Захотела чего? Так, перекатик. Поехали. Какая долгая комбинация у него, а, все-таки. Так, а она все со своими сами, да? Точнее, не сами, а... Она так и хочет кунай в меня свой бросить. Поехали. Ну, пробить-то можешь разок-то. Все, ребята. 1-1. Пока 1-1. Сейчас будет лютость. Сейчас, естественно, куча вампирика, куча всякой фигни. Убийство с двух ударов и тому подобное. Ты понял, да? Да-да-да-да-да. Что-то типа того. То она тут не применяла, а тут надо же. Пробудилась у нее жилка бойца. На. Поехали. Ты серьезно, блин, сейчас вот это все делаешь, блин? Чмо болотное, а? Я не знаю, что делать. Ну... Понятно. Ну ты посмотри, что он вообще ничегошеньки не дает сделать, блин. Ни одним ударом не могу по ней попасть. Ни одним. Ну конечно, ёпрстая. Конечно, конечно. Все, ребят, это пока не для меня. Это все фигня полнейшая. Тем более с этим копьем еще дебильным.
А если я возьму маленькое, да, какое-нибудь оружие, скажут, куда ты пошел, типа, с этой фигней драться? Давай проверим. Так, вдова. Ты, главное, хочешь идти с этим оружием в бой, да, против вдовы? Да, хочу, как будто у меня есть выбор что-то другое купить себе. Наивные дети. Ладно, давай, погнали. Мне ж горло уже заболело от криков, от возмущения. Хорош. Вот так вот. Шаболда. Так. Ага. Ну, это глупо было. А если вот так вот, а? Чё ты там? Ох ты, еще и с прогибчиком. Ё-моё. Все на этом? Так, я смотрю, вампирик-то ей не особо здесь хорошо помогает. Ну, добивочный будет? Будет. Вот и все, рядышком с ней стоишь и, как говорится, не даешь ей ни единого, ни малейшего шанса. Но вот сейчас будет веселуха, тебе сразу говорю. Ой. Так. Ты серьезно? Понятно. Нет! Тень, что ты делаешь, а? Давай без вот этих вот своих дурачеств. Второй раунд за нами. Ну вот как это понимать, ребята? Я же говорил, копье это не для нее. Мечами просто... Ну сам видишь, эффект. Эффект и урон, и вообще все. Да, ну. А-тя-тя. А-тя-тя. Зачем я так сделал? Сейчас хотел уже. Смотри, у него прям отхил за отхилом идет. Да, тут, по-моему, меня ребята распечатают. Слушай, не слишком ли жирно-то будет хиловки-то врубать? Да что-то я по ней попасть не могу, прикинь. Окей. Да, друзья мои. Ты посмотри, сколько на ней было всякого хила. Практически через каждый... Как тебе сказать? Через каждый удар на ней срабатывал хил. Это... Это не, ну, нереально было так сработало, чтобы... Сейчас посмотрим, как дальше будет. Вставай давай. Вставай. Ать, вот это было зря. Давай, 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 давай. Ну вот опять, ребят, ну. Этот вот хил ее дебильный. Да как ты успела-то, блин? Есть контакт. Вот и все, друзья мои. Мне просто сказали, что этими веерами лучше всего бомбить последнего босса, по-моему, да? В общем, я их заслужил, я их выбил на ваших глазах. Давай посмотрим, какие они. Вау. Ну, как тебе сказать? Средней паршивости. Все-таки, я не знаю. Ну... Но вот эти вот дубинки, наверное, будут получше. Наверное. Что, опять же, не факт. 2800. Где мне добыть такие деньги? Скажи-ка мне, а? Чтобы пойти уже на телохранителя. Хотя телохранителя можно попробовать, ребята, и так завалить. Давай-ка мы сделаем с тобой. Возьмем наше копье, наденем. Потому что когда я играл в оригиналку Shadow Fight, я, ребята, там так увлекся, я прошел практически все. Оставил одни невозможки. Ну и даже на невозможках я тоже бомбил. Так, ладно, давай попробуем сейчас завалить. А, так сам Сёгун, что ли? Сёгун. Генерал, найди мятежника, называющего себя князем. Каждый его сторонник должен быть пойман и казнен. Используй все, что сочтешь необходимым. Повинуюсь, господин, и я отправил на его поиски своих лучших наемников. Они не подведут.
Да, генерал? Ты так думаешь? Оу. Так, наемник. То есть ты хочешь сказать, что я сейчас должен со всеми с ними передраться, а потом только дойду до генерала? Ты серьезно? Ладно, парень с саями. Да ё-моё! Харе. Да, с копьем, конечно, друзья мои. Опять же, против сай это как-то несерьезно. Хотя валим мы их быстро. Но что-то мне подсказывает, что сейчас будет несколько вот этих вот бойцов подряд. Точно, так и есть. Твою ж налево. Блин, это плохо. Столько наемников перебить. Ладно, хорошо, у меня копье. Будем стараться, ребята. Это как на выживалке у нас. Просто подумаем, что мы с тобой проходим режим выживания. Оу-оу-оу. Да хорош ты. Ну а что, мне остается, ребят, только так вот тыкать. Да тыкался, кажется, да? Все, может, говнюк, успокоишься? Кто там еще с чем? Я там видел вроде бы с топорами, с кастетами, с ножами. Так, это третий. Блин, после него еще скажут борись с самим этим генералом. Вот будет веселуха-то. Так, мечи. Ну, мечи, ребята, это ерунда, по идее. По идее. Но не в моем случае. Ну-ка. Ну, конечно же, конечно же. Что? Как-то великолепно так получилось его отбросить. Ну, давай ты уже отдупляйся, у тебя здоровья уже не осталось. Старый ты хмырь. Нет, не успел он. Что-то хотел там вякнуть, пикнуть, шмякнуть. Но, видишь, я его опередил. Насадил на этот трезубец. Так, а вот это уже, ребята... Че, росомаха, что ли, ё-моё? Ну да, росомаха воплоти. Непонятно, то ли мужик. Нет, это мужик. Индеец какой-то, или кто он там. Когти напоминает чем-то рысьи, но мне кажется, она не дотягивает. Куда ты сюда пришел? Я тебя звал сюда? В притирочку ко мне захотел. Ну, в принципе, когти, ребята. Ой-ой-ой. Так, полежи. Попробуем. Ну да, когти как у рыси, ребята. Те же самые движения. Только единственное, что они не могут наложить на тебя бомбу. И последний, какой-то варвар. Дикарь просто с такими топорами. Топорики смачные. Боюсь под них даже попасть, если честно. Так что будем... Не будем давать ему, короче, шанса ни одного на удар, естественно. Слушай, судя по тому, сколько... Тихо, тихо, тихо. Сколько он получает урона? Слушай, ты оборзел, что ли, тут, а? Все. Что-то мне кажется, что сейчас мы сразу будем драться уже и с боссом. Или нет? Что-то малая какая-то награда, если честно. Ха, посмотри, как быстро они улепетывают. И не возвращайтесь, неудачники. Точно. Так, невозможно. Ну, глянуть-то все равно надо же, да? Вот он, капитан. Друзья мои, глянем. Так, у него что? Оу, у него Нагината, что ли? Или как она там называется, я уже забыл. Да, это серьезная штука. Естественно, естественно. Я со своими дешманскими ударами. Опа. Значит, первый удар он не попал, да? А со второго удара он все-таки меня расчекрыжил. Ну, мразота. Ну, мразота, а. Да ладно. Ну, если так дела пойдут, ребят, конечно, лучше... Как сказать-то? Лучше пойти и где-то заточить. А что нам затачивать-то? Нам нужно с тобой сделать один бой. Где-то нужно выиграть. Может быть, вот здесь вот? Вот, давай, без блоков. Без поражения. Короче, будем сейчас... Блин! Как без блоков вот против такой дубины? Вот ты мне объясни. Вот как вот... Он сейчас нахлобучит, и все, и я... Пока, родные. Я в дальние страны. Такой дубиной...
Без блоков. Мне дали катары. Поехали. И все, что ли? Ну, катары, я тебе скажу, такая вещь, что очень быстрая. Но я чуть был сам не улетел за красную зону. Ё-моё, загнали меня просто. Чмошник, дождался, когда это будет. Возможность такая, да? Тут, видишь, еще блоков нету. То есть ты в любом случае получаешь урон. Не надо уходить. Так, поехали. С одной стороны, хорошо, что он мне сейчас подсечку сделал. Да ёпрстая, сейчас вот... Сейчас не надо. За красную... Тихо, уходим. Блин, ну шел. А если я так сделаю? Нормуль. Слушайте, друзья, по-моему, мы с вами получаем новый уровень. Должно быть, по идее, так. Сейчас проверим. Сенсей сделает... Нет, сенсей ничего не сделал. Потому что за дуэли ничего не дается, вот что. Это мне нужно вот здесь вот сыграть. Сложно. Ну давай посмотрим. Кочевник, здорово, кочевник. Давай-ка быстренько с тобой подеремся. И мне нужен новый уровень. Мне нужен новый уровень, мне нужно много денег, чтобы прикупить себе еще и шмотки, ко всему прочему. А, промахнулся, да? Как говорится, пули свистели у меня над головой, но ты промахнулся. И ядрить тебя на корень. Так. Харе. Давай. Не прокатывает что-то номер. Оп. Ну нафига я так начал делать? Давай, 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 давай. Фигней начинаем страдать. Попробуем. Да, попробовал и получилось. Но все равно мне не нравится это заклинание, блин. Вот метеоритный удар, это как-то не то. Самое эффективное, ребята, это которое бьет именно по площади, от которого ничего нельзя сделать. Вот это, да, вот это я. Так, промахнулся ты, кочевник. Что-то ты как-то хандришь, братюня. Ты заметил, чтобы у меня хоть раз что-нибудь сработало вот из этих? Хотя у меня, по-моему, сейчас оружие не заточено. Да? Под эти там, под кровотечение. Я же не затачивал. А как ты заточишь, если здесь такой возможности нету? Тут есть только покупать уже готовые, как говорится, шмотки. Только в этом случае у тебя будет да и то не факт, что будет срабатывать. Мы это уже не один раз с тобой убеждались. Ну все, пора заканчивать с этим гаденышем. Да? Нет, 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 парень, не в этот раз. Иди ты там, уже собирался что-то сделать. Как он долго, ну как он долго этот взмах свой плешивый сделает. Так, мне кажется, он сейчас заклинаху будет какой-то. Что-то он готовит здесь недоброе, вот поверь мне. Так, подрезали. Еще раз подрезали. Удар-то какой. О, он мне выбил оружие, ребят. Ну, я думаю, что мы с ним справимся. Все. Долго, нудно, конечно, с этим кочевником пришлось подраться, но все-таки мы с тобой справились. И уровень, дайте, пожалуйста, уровень. Да. Заходим в профиль и начинаем с тобой пробивающие блоки. Так, сними дополнительно 10% от здоровья против... Нет, давай мне лучше блоки. Я хочу на блоках быть специалистом. Ну и все, и вот у нас, друзья мои, последние фишки, которые позволяются приобрести. Так. Шлем. Ну, возьмем с тобой. А заклинания нету, ребята, нового. Короче, берем, наверное, с тобой вот эти вот острая тонфа. Я, правда, не знаю, стоит ли вообще ее брать. Ну, думаю, что стоит. Берем с тобой острую тонфу. Берем с тобой... спартанский шлем. Все, у нас с тобой одето. И попробуем сейчас сходить. Безумно сложно. А здесь до сих пор невозможно. Пойдем на турнир. Заодно попробуем эту тонфу.
Так, стрела. А копишка там незнакомая. Я не знаю, правда, как мы будем с тобой драться против этого копья с тонфу. Это нужно будет к ней как-то подойти. Потому что у нас эти тонфы, они... Ну-ка. Ну да, начинается. Ага. Сложно, друзья мои. Единственное, как бы нам с тобой не пришлось вернуть наша копишка, копишка судеб. Ты понимаешь, да, о чем я? Пум. Ответочка. Так, ладно. Типа выиграл, да? Типа. Сейчас, если я проигрываю, ребята, мы с вами возьмем то самое наша копишка судеб. Ну и устраиваем ей карнавальную ночь. А что еще нам делать? Слушай, ну в ближнем бою, да, если делать полную комбинацию, тут, конечно... Тут, конечно, равных нету. Просто пропечатывает, будь здоров. Но это, опять же, нужно уловить момент. Понимаешь? Вот так вот. Ну, не так, конечно. Вот как-то вот надо к ней подойти. И вот этот вот момент ловить. Ну, типа вот такого что-то должно быть. И бросок. Все. Стрела отдуплилась. Потому что, ну, в ближнем бою, естественно, копье, ну, бесполезно. Потому что оно не даст тебе даже вот этот вот сделать рывок элементарный. Так, безумно. Безумно. И здесь безумно. Ну, давай посмотрим, кто здесь у нас на безумке стоит. Да елки-палки, белка теперь. Белка и, как всегда, со своим Магари-Яри. Взяли моду, да, с копьями чуваков высылать против меня, ну... Что поделать? Что? Ребят, та же самая стратегия. Тоже подпускаем ее как можно ближе. И вот так вот. И еще разок. И знаешь, что мне нравится в этой тонфу? То, что у нее очень быстро заканчивается комбинация. Очень быстро, он практически не распаляется на дистанцию. Просто стоит на месте и бьет. Это офигенный плюсик. Офигенный плюсик. Видишь, он никуда не двигается. Поэтому классно. Да, в этом есть что-то свое забавное. Но вот если ты уже где-то стоишь вдалеке, тут, конечно, ребята, вот как вот, вот здесь вот, оп, и ответочка. Только издалека могут тебе что-то сделать. Вблизи тут, ну, просто вариантов нету. Просто распечатываешь, как не знаю кого. Так, ну что, мы 4 лямчика с тобой накопили, поэтому я думаю, мы можем себе позволить купить себе... Что, броню, наверное, да? Шлем вроде бы взяли. Да, броня. И броня у нас идет именно отшельник. А, некроманта. Да, некроманта. Классно смотрится, тут не поспоришь. И острый чакрам. Только лишь остается прикупить. Ну и заточить магию. Но я думаю, что последнего-то легко. Кто ж ты там такой-то, а? А, конечно же. Конечно же, капиташа. Ну что, усач, давай пог... А, это даже не капитан, это генерал. Давай, усач, сейчас я с тобой полопачу по душам. Как раз оружие подходящее для этого боя. Поехали. Ну что ты, что ты, что ты взгрустнул-то, парень? Йо, генерал, да хорош. Да ну, хватит. Ты мне поддаваться решил, да? Ребят, я умоляю, я просто вот, я не знаю, что хотите, верьте, нет, но тут щегол. Щегол щегловский, поехали. А, вот здесь вот, вот здесь, да, ребят. Может, хватит уже, а? Поехали. Подпустил, как говорится, поближе, значит, это его вина. Опа. Нежданчик, если честно. Пока он там что-то в карман лезет, что-то хочет сделать. Мы его и так перебиваем, и так. Все, друзья мои, это просто сказка. Просто сказка. Генерал отдуплился. Мы с тобой получили достижение маршал. И новое достижение. И причем 2, ой, 4 миллиона заработали. Я знаю, ты не щадишь побежденных, князь.
Но какую бы карту ты ни приготовил для меня, она не сравнится с гневом Сёгуна. А это мы еще посмотрим, парень. Так, 5 лямчиков у меня есть, поехали затачиваться по полной программе. Я не знаю, ребята, с Сёгуном чем драться, как драться, но пока что есть, то и будем с тобой затачивать. Вот так вот. Еще есть по возможности, конечно же, все это заточить. Ну что, посмотрим, друзья мои, на Сёгуна. И вновь встречаю тебя после стольких лет. Где же ты был все это время? Неужто нашел себе еще страну, чтобы разорить ее своей алчностью и глупостью? Вижу, посланные тогда мной убийцы были не совсем бесполезны. Ты лишь жалкая тень того князя, что я знал. Бесполезная тень, говорит? Ну что, друзья мои, давайте смотреть. Дерусь не в первый раз. Но если он тот же самый, как и при сенсей, то приблизительно я понимаю, чего ожидать. Пробуем. Все? Оу, ну да, ребята. То же самое, да, с поглощением. Все дела. Фиг пробьешь. Харе. Да блин, если так сейчас будет все это дело продолжаться, ребят. Хороший удар. А че я так мало... А, ну я дамага-то наношу, в принципе, нормально. Просто, ребята... Просто, ребята, поглощение за поглощение. Вот и все. Да. И как? Хорош. Валяйся. У него, смотри, у него поглощение, ребята. Ну просто. По-моему, мне... Нет. Но могли бы быть кронтарики. Да иди ты. Я не успел. Да и урона не наносит. Слушайте, ребят, ну это... То, что у него поглощение за поглощением срабатывает, я считаю, что это, ну, это... Перебор. Причем как поглощение? Не просто там, а чуть ли не каждый удар. Ну ты посмотри. Что это? Ты понимаешь, если бы я ему, например, бомбил бы, да? Тут такие криты бы вылетали бы. Что у него бы не было бы просто шансов. Оу! Все, я понял. Ладно, друзья мои, я делаю следующий вывод. Мы с тобой делаем заточку. Ну, заточку я имею в виду по оружию, да? По полной программе. Ну и тогда мы будем смотреть уже действительно на результат. Сейчас это бесполезно. Сейчас бесполезно, потому что что у него удар, у него все срабатывает. Хотя бы просто выиграем. Попробуем по уровню дамага. То есть у нас с тобой будет посерьезнее дамаг. И только за счет него. Иначе такими вот микронами. Сам видишь, да, и магия сработает вшивенько. Все. И я не знаю, что будет на второй стадии еще. Вот что самое удивительное. Что он там для меня приготовил. А мне кажется, там что-то есть. Так. Прогибчик. Ну, естественно, естественно. Урон в голову, как говорится, не нанести, потому что он... Дай-ка так сделаю. Ах ты за сири. Не успеваю порой периодически, ребята. Хотя бы глянуть, что же все-таки будет на второй стадии. Просто очень любопытно. Я офигею с его вот этой вот непробиваемости. Просто поглощение урона, поглощение урона. Да куда, блин, столько урона поглощать-то, парень? По ходу дела я не посмотрю, да? Или посмотрю. Да, ребят, мы с вами глянем вторую стадию, что он там начинает делать. Что он будет делать здесь. Надеюсь, ничего такого лютого.
Понятно. Ну, это я уже видел, это для меня не новость. Что? Что? Это кто там? Подожди, там какой-то говнюк сзади был, блин. Я не понял, он кого-то призвал, что ли, или что? Там сзади из-под тишка. Ты думал, что способен сравняться со мной? Я завоевал бесчисленные земли, я поработил целые народы. Даже цари падают предо мной на колени. Ну ты жук, а? Ребята, если бы я знал, что он кого-то там из-под тишка призовет. Так, ну-ка, Фурия, давай-ка я с тобой разберусь. Мне нужно сейчас денег побольше, да? Все вот это вот я сейчас пройду, заточусь и пойду опять же на Сёгуна. Поехали. Хорошечно идем. Ой, вставай. Фурия, ты извини, ты просто жертва, как говорится, обстоятельств. Ничего личного ты мне не нужна, мне нужны просто деньги. Деньги дают только за победы. Так что не обессудь меня, родная. Нет. Нет, 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 нет. Такие фокусы здесь нынче не прокатывают. Ну что, ты будешь выбирать? А, выбралась. Все, ребята, тактик. Просто тактик, вот и все. Так, спасибо, 2,5 миллиона заработали. Этого мало. Нам нужно с тобой еще идти. О, старый добрый дикареныш. Ребят, естественно, со своей кувалдой против моих... Как там их? Торфу, да, звать? У него шансов нету. Ну просто нету, вот и все. Все, теперь моя очередь. Че ты, дикарь, че ты взгрустнул-то? Это я так просто разминаюсь. Нет, да что ж ты. Нет. Это смотри-ка, жук, а. Опа, готов, парень. Как говорится, уноси холодненького. Так, ребят, ну расслабляться не будем. Что-то мне мороженое захотелось, у меня горло болит, а мне мороженое захотелось, прикинь. Что-то так мороженки захотелось, блин, вот прям не могу, прям аж скулы сводит, ребят. Ах, хорошечно. Ну что, побед за нами над дикарем, все как полагается. Ну и мы с тобой двигаемся дальше. Сложненько, да? Это последний у нас с тобой здесь бой. О, стрелушка, стрела, радость ты моя. Сейчас я тебя тут, как говорится, и... Похороню, похороню, конечно, ребят. Я не знаю, что вы там думаете. Похороню. Ну, не будем хранить, просто победим ее, да? Она же ни в чем не виновата. Они все тут не виноваты. Тут самый злодей это Сёгун, который захватил, как говорится, власть. Мы были князем. Ну, я так понимаю, что мы были хорошим правителем, да? Нас подставили, нас где-то с вами шваркнули. От нас осталась только тень. Было ее воспоминание, но почему-то все враги, с которыми мы деремся, тоже тени. Может быть, это как бы от нашего вида они так выглядят. Как будто тени. Нет, радость. Стрела, хорош. Молодец. Ать, поехали дальше. Не надо, блин, и стою, улыблюсь. Поехали. Стрела, ну все, 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 радость. Надо быстренько тебя ушатать. И мне есть дела поважнее. Так, что-то я думаю, замутила она тут, нет? Давай, все, 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 радость. Бай-бай. Так, профессионал. Слушай, достижение за достижением я получаю. Финансики тоже получаю. Слушай-ка, что у нас там? 9 лямов, да? Так, идем на заточку. Во-первых, затачиваем полностью наше оружие. Все, что ли? Теперь броню. И... Блин. Слушай, может быть... Погоди-ка секунду. А это что у нас, последний шлем, который был, да? Ну да. Уменьшить получаемый урон на 7 секунд, блин. Может быть, нам надо было вот этот шлем брать. Имперский плюмаж? Тут хоть что-то есть, по крайней мере. Имперский плюмаж. Ладно, друзья мои, у нас еще с вами есть испытание. Так, ты должен выиграть, используя только выданное в плане. Чего?
должен победить только выданным метательным оружием. Это то есть... Вы издеваетесь? Вы сейчас прикольнулись, да? А, ну если хотя бы урон наносит, ладно. Ну это бред. Так, ладно, уходим от нее подальше. И начинаем бомбить. Да отвяжись ты от меня, серроза несчастная, а. Давай, давай, в голову ей. На... Угу. Если бы все так еще было бы просто. Ну. Так. Да ну как это фиг. Что они тут придумали за задание дебилистическое какое-то? На! Поехали! Да я манал, блин, так. Ну. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Глюканула, да, видимо? Друзья мои, она глюканула возле этого деревца, и я ее быстренько сейчас расчехлил. Ну, это, конечно, трындец. Повезло-то, как мне. Начинается вот этот дебилизм. Так. Все, глюканула, нет? Иди глюкани. Так, перебил. Да и, ну откатись ты или что-нибудь сделай, блин, стоит там, сопли жует. Так. Да ну-ка, это фигня, блин. Да, ребят, ну как вот я должен ее подловить, если она уворачивается специально, преднамеренно. Давай еще попробуем, рынок. Сейчас звезданет. Нет, я успел. Я успел. Фух. 2 миллиона тоже на дороге не валяются. Они мне очень сильно нужны. Так, что дальше у нас? Легко. Погнали. Так, в этом бою противник получает урон только внутри указанной области. Какой области? Зеленой, красной. Покажите мне, пожалуйста, эту область. Чтобы я в этой области наносил, как говорится, урон. Ага, все, я понял. Внутри вот этой области, да? А эта область еще постепенно куда-то там уходит. Да ладно. Харе, 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 харе. Готово. Фурия, ребята, раунд 1-0 в нашу пользу. Так, продолжаем нашу эпопею. Вот это было глупо. Ну, я ударил ее, ударил. Ага, еще, по-моему, звезданул ей. Ой, как классненько. И добил. Действительно легко. Легко и просто, никаких проблем. 2 миллиончика на карман бросили. Так, уровень сложности нормуль. Так, в этом бою победит тот, кто наберет больше очков за... О, самая любимая моя. Тем более с этими-то что... А, у него катары. Друзья мои, не забывайте, катарчики тоже довольно шустрый вид оружия. Я уже их испробовал. Но, мне кажется, все равно мои торфы будут лучше. Ага, я еще и в рукопашку, зашибись. Ладно, пробуем. А, мне еще и ногами только удары дают. Ты серьезно, блин? Ну тут, конечно, только подсечки, ребят. Тут... Тут другого варианта, я выиграл. Фух! Тут только, ребята, удар нога. А я тут смотрю на удар, руки жму, а его нет никакого удара. Так, естественно, ребят, естественно, подсечки. Ага, он учится очень быстро. Очень быстро учится. Да ё-моё, чё такое-то? Блин, тут еще и времени мало. Да, вот тут я проиграл. Не хватило буквально там, ну я не знаю, 2 ударов. Чё, попробуем, я не знаю, пробивными, наверное. А какого лешего он делает пробивные удары? Главное, я их хотел делать. Есть контактиш, отлично, друзья мои. 7-3, 8-3. И я выиграл. Круто. 2,5 миллиона практически в кармане. И я 37 уровень получаю. Так, ярость боли. Или же
Нет, ярость боли, ребята, изучаем. И забираем здесь награды. Так, что у нас тут? Последний бой. В этом бою твой противник терроризирует, понятно, внутри определенной области. И опять стрела. А сейчас она будет меня просто туда загонять, в эту область, да, чтобы я терял здоровье. Скорее всего, так и будет. В общем, ребята, вблизи, только вблизи с ней. Поехали. Так, подожди. Упс. Поехали. Да ё-моё, ну. Готово. Хорошо, что область подстраивается именно под меня. Нет, родная моя, поехали. Еще разок. И еще маленько надо. Ага, хватило, хватило этого. Ну что, ребята, специалист 4. Дан 4 получил, да? По-моему, все, что можно, я сделал. Все выполнил испытания, дуэли, турниры. Осталось только выживание. Ну что же, давай сделаем с тобой полностью заточку. Абсолютно полностью. Подожди, а что я сделал-то? Тьфу ты. Ладно, я прокачал, ребята, себе оружие. Ой-ой-ой-ой-ой. Я прокачал себе оружие, оказывается, на 37 уровень. Угу. Ну, что сделано, то сделано. Ну что, ребята, попробуем сейчас, наверное. Блин, ну, идти на выживание, что ли, я не знаю. Давай попробуем вальнуть Сёгана все-таки. Если я оружие заточил до 37 уровня, тем более я прокачал его полностью, то дамаг должен быть хорошим. Но это только дамаг, а мне еще нужна защита, а это все зависит от брони и шлема. Ладно, об этом потом. Сейчас посмотрим, как пойдут у нас дела с тобой. Ну-ка. Да ебарсете! Иди сюда, голодранец. Поехали. Мне нужно просто проверить урон от полной комбинации. Слушай, ну я тебе скажу одно. То, что я вижу по его ХП, говорит о том, что я его сейчас просто буду рвать. Как доберман белочку. А, то это второй уровень. Он сейчас будет... Он кого-то там призывает, насколько я помню. Это кто такой? Что это за чудо там вылетело? Так, хорош парень. Слушай, его, по-моему, ребята, даже здесь... Да блин. Нет, 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 нет. Успел я его, да, перебить? Да что еще за психи тут сзади? Так, ладно, он мне... Да, он... А чё? Как этот, как маленький-то к стеночке прижался. Друзья мои, 2-0. Как ни странно. Поехали. На! Ё-моё! С одной плюшки пол хп, со второй плюшки еще пол хп. И остается только лишь добить. Так ничтожно я, ребята, этого... Да чтоб тебе... Стоит, лыбится, смотри, что... Он там что, увидел что-то? Ах ты! Ну, понятно, понятно. Отвлек меня. Все, ребят, докувыркался парень. Да неужели мы с тобой прошли? А? Завоеватель. Неужели мы с тобой прошли? Ну, что там, чирикать будет? Нет, не верю, невозможно. Я Сёгун, я непобедим. Ты хочешь отобрать мою империю? Никогда. Да, твоим именем пугали детей перед сном. Я же принес людям порядок, я дал им империю. Мой народ не покорится какому-то князьку. Так, нефритовая печать, таинственная нефритовая печать, полученная от Сёгуна в жестоком бою. Одна из 6 частей ключа от темных врат. Подожди. А, еще какие-то врата, что ли, будут? Хорошо, мой ученик, теперь у тебя на руках все 6 печатей. Что закроет врата теней? Но не радуйся раньше времени. Нам еще предстоит достичь самих врат.
плане. Врата теней. Так, Сёгун, ребята, принимает мой вызов. Ну да, мой вызов. А кто здесь будет-то? Врата теней ждут тебя. В бой. Ну давай. За вратами теней тебя ждут суровые испытания. Но ты еще не собрал все уникальное оружие. Давай вернемся назад и найдем его. Необходимо скачать данные. Окей. Друзья мои, у меня вопрос в следующем. А какое уникальное оружие? Я не все собрал. То есть, скорее всего, вот это вот, да, нужно мне забрать у Сёгуна. Или как? Рысь! Давно не виделись, тень. Ты же не думал, что мы так просто оставим тебя в покое, правда? На этот раз перед тобой все мы, все шестеро. Мы остановим тебя. Тебе никогда не закрыть врата. Все, что останется от его жалкого тела, мое. Ты серьезно, что ли? Не, такого быть не может. Вы что, издеваетесь, что ли? Все подряд сразу же? Ну, это люто. А что делать? Ну, с этим, я думаю, рысь, если будет... А, тут по одному раунду, да? Окей. Рысь, иди сюда. Так, все. Чего? А что случилось? Подожди, я не понял. Что он сделал, что я сразу погиб? А, время может... Нет, подожди. Что-то не врубился, если честно. Так, ладно, поехали. Ну-ка. Окей. Ладно, это... А, поджог какой-то. Да чтоб тебя, блин. Готов, щегол. Будут тут выделываться, понимаешь ли. Только не говори, что сразу же второй вот столько хп, сколько у меня осталось, блин. Эй, ребят, ну это будет вообще бред. Это будет бред. Так и есть, блин. Офигеть, да, я не спорю, один раунд всего лишь, но Они же все уже имеют здесь, да? Ну да. То есть все заклинания. Все, короче, тут меня, ребят, сейчас расколбит. Ты будешь бомбить, блин, по нему. А это что еще за зона? Только не говори, что если я за нее зайду, я еще и проиграю. Да давай ты его... Хлобучь, блин, в конце концов. Да ну, ребята, блин. Мясник со своим... прыжками с этими. Это что, это будет в оригинале все? В оригинальной версии тоже такое будет? Твою ж налево, а. Что это за рука такая там? Что за длань господня там светится? Ну? Да, ё-моё! Что за рука там? Отхиливается вражина, что ли, где рука? Так, блин, ну с осой, наверное, все, ребята. С осой. Или с осой я встряну, или... Я не знаю, Сёгуна, в принципе, можно порвать. Попробовать. А оса, попрыгунья, стрекоза. В плане, мне еще и посох дали. Какой, блин, посох, блин? Вы серьезно, блин? С посохом буду с ней драться? Молодцы, красавцы, блин, лучше не придумаешь, блин. Ты издеваешься, блин. Да я даже урона ей не наношу. Вы чё? Да ну, ребят, это бред, чушь собачья. Какое-то говно дали в руки, иди дерись. Пипец. Ой, дай пойду на Сёгуна схожу. Я хочу забрать у него оружие его.
Я в афиге, ребята. Просто в афиге. Ну все, все, все. Дурила деревянная. Сейчас буду я с тобой разбираться здесь. Я знаю, знаю, что он здесь уже усиленный. Но бомбить все равно его надо. Бомбить, друзья мои, его надо. Так. Ох, если бы у меня была бы заточена броня, ребята. Ах, было бы. Как бы это было бы смачно. Ты заметил, кстати, что он промахнулся своим метательным. Вот здесь нет, а там промахнулся. Так, начинается, да? Разгуляйка пошла, что ли? Я не могу понять. Сёгун, что за фигня? На, с прогиба. Ну, естественно. Конечно же, у тебя срабатывает. А я живу. Я живу и пахну, парень. Ты в курсе, нет? Ты ногами хотел бы, да? По мне своими грязными пятками ударить. Так, давай-ка вот так сделаем. Ну, добить, блин! Старого хмыря! Ну! Падай, гад, падай, есть. Так, первый раунд за нами. Че так долго-то? А ща... Ой, а сейчас же он будет этих призывать, шитиков своих. Ладно. Все? Нет, братюня. Не надо. Поехали. А что творит, а? Смотри. Ты смотри, что творит. Раздухарился, я смотрю. Активировался, да? Не надо. Это говно из-под тишка по спине прям ударило. На. Ага. Захотел. Да ёп, просто вот это говно там мешается. Все, ребят, меня завалили. Как он так вызывает? Он даже ничего не успел сделать. А это говно там сзади само по себе выбегает, блин. Причем с посохом, еще с какой-нибудь херней, блин. С таким дальним видом атаки, что я не могу ничего там сделать. Он, ты видел? Сейчас вообще, по-моему, с ноги на той был, да? Чувак. Короче, вариант один. Как только видишь, что... Ну, что я видел и что дальше? Мне это как-то помогло, что ли? Нет, ребята. А что, и блок не помогает, что ли, тут говна, блин? Хорош, дядя, блин. Смотри, тут... Блин, он как... Без люлей, как без пряников-то, смотри. Да дай ты мне... Да я его порву, ребят, я его должен обязан порвать. Есть. Фух. Таким пробивным, смачным ударом. Так, продолжение следует. Хорош. Задел, а если так? Детский лепет, согласись. Эх, хотел же не двигаться, блин. Видел я этого мракобеса, который там нападал. Из-под тишка. Просто, ребята, из-под тишка. Ну смотри. Со спины твари, блин, нападает, а? Ну что делать, блин? Перекаты, что ли, вечно тут? На перекатах жить, что ли? Или как? Давай, 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 давай. Попал, гаденыш. Давай, 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 давай его. Я знаю, знаю, что он тут может чудануть. Ага. Все, блин, гаденыш. Не успокоиться никак, а? Какого лешего ты делаешь? Офигеть, вдвоем, блин, а? Ёпрсте. Да ну, ребят, как-то чушь собачья. Как я должен, блин, и драться с этим говнюком, блин, и еще убегать от этих
засранцев сёгуны. Выпускают через каждые 3 секунды их причем. Ладно, первую фазу-то я просто вырву сейчас, разорву его нафиг к ядрене фени. Первое, это самое простенькое. Тут он ничего не выпендривается, не выделывается. То есть его просто бомбишь и все, без всяких там страхов. Опять промахнулся почему-то. Ну, что опять-то не заладилось-то, а? Не, ну вот как тут в первый раз я наносил урона ему побольше, да? Согласись, сейчас что-то, ну вообще. Причем оружие вроде бы как заточено, ну, по максималке. Единственное, да, что у нас с тобой по броне очень все кисло. Вот смотри, что творит, а? Подсечки, все делает как надо. С ним и так-то вот, смотри, тяжело драться. Я уже молчу, когда он будет призывать эту помощь. А пригнуться тебе не судьба была, тень, а? Придурок ты. Не смог ничего сделать вообще. Что-то он меня напрягает, ребят, серьезно говорю. Напрягает он меня уже вообще конкретно. Но... Ну что, я запустил этот метеорит вшивый. Давай, 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 давай. По ногам правильно ему. Так, так, так. Естественно, поглощение брони. Кто бы, ребят, мог бы в этом сомневаться? Урона не хватает, понимаешь? Дамаг был бы солидный бы. Он бы уже давно бы тут уже. Че? А че ты испугался-то? Прибежал сюда, к стеночке опять. Как в первом раунде, я помню. Как ты, бедный, испугался. Встал за деревце и заплакал. Повторяется. Неисправимый, ребят, сёгун. Готов. Ладно, 1-1. Ну это, блин, это фигня, ребята. По сравнению с тем, что сейчас он будет вытворять. Я его бил, заметь, сейчас. Без его вспомогаловки. Сейчас же он будет вызывать этих юродивых своих. И все будет уже. Ну, смотри. И, короче, ребята, так оно и есть. Блок не помогает. То есть его нету. Они бьют напрямую. Вот и все. Фигня полная. Как он еще успевает их вызвать? Я не могу. Тут промахнулся, надо же. Нет. Запечатали меня тут. Слушай, мне обязательно его бомбить, а? Да обязательно, потому что если я его здесь не забомблю, то при вратах я уже тем более, наверное, не смогу его, да, тут одолеть. Опа. Вот сейчас было хорошо придумано. Но это опять же чистая случайность. Я успел просто вовремя увернуться. Я же не знал, что он будет. А вот здесь вот фиг. Здесь пока я этого мутузил, блин. Он из-под тишка вызвал. Как и вот здесь. И вот тут. И тут добил. Хотя был, ребята, шанс его ушатать. Псих недоразвитый, а. Не, ребят, надо делать отдых. Это никуда не годится. У меня просто сейчас крышняк улетит и все. Короче, в следующий раз мы пойдем опять с тобой на Сёгуна. Но я пофармлю маленечко голды. Маленечко жетонов. Мы с тобой сходим быстренько в магазин, да, сюда. Приобретем. Блин, дайсы. Оу, так он, подожди-ка, это что? Это что-то новенькое, такого уже не было у нас раньше. Вот у нас было копье, по-моему, да, а потом. Ну, красиво. В любом случае, я должен заточить вот эту броню. Какую заточить? Я ее еще даже не купил. Купить, потом заточить. Дальше шлем, нифига. Церемониальная маска.
Я могу ее сейчас взять. Вот так вот. И вот здесь вот возьму. Да, ребята, я разошелся. Я разошелся. Я возьму, куплю, заточу потом. Понимаешь, да? Потому что гемы я смогу набить на выживании. И я надеюсь, мы с тобой порвем, я не знаю, эти врата там закроем или что. Или наоборот откроем их. Ну, вначале нужно будет, сам понимаешь, пройти через все это стадо врагов. Ну, а на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.